Всем привет! Вы на канале Бункер Фолча, и сегодня мы продолжаем проходить игру ремейк Resident Evil 2. Такс, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что торговались с нашим торговцем, то есть улучшили оружие, и здесь нам нужно птицу или шестеренку в виде птицы. Короче, непонятно. Ладненько, давайте разбираться, где мы и вообще куда нам надо. Ящичек, кстати, да. Раз. Так, что-то тиховато. Надо звук побольше себе прибавить. Так. Ну-ка. Чисто проверка звука. Все хорошо. Так. А тут какие-то развалины. Я что-то вот их не припомню, если честно. Их я вообще не припомню. Плюс... Ну ладно, пошли. О, туннель. Да где я? Во, хороший вопрос, а где мы? Автосохраняшечка пошла. Значит, там сейчас что-то будет. Блять, ну кто бы сомневался. Сверху никого нету? Ага, бежит. Бабуля. На. И вот так вот. О, сломался. А ты одна здесь была? Порох с нее взял. Хорошо. Слышу, что кто-то там что-то говорит. А это не ловушечка случаем? Кстати, очень похоже. Очень похоже. Что мы сейчас с другой стороны просто выйдем, где были рядом с мельницей. Хотя... О-о-о. А вот этого я не помню, если честно. Точнее, нет, я помню, так ущелье было, но до него еще нужно было добраться. Так, давайте панику пока не навалим. Кстати, бочки есть. Вижу уже. Бочонки есть. Так, спрыгнуть. После того, как всех их уложим, надо будет здесь все обыскать. Двери, естественно, у нас закрытые. Что-то они бубнят там себе, бубнят. Так. И ради чего это я сделал? Так, пошли сюда. А, здесь закрыт. Так, лорд Садлер, на. На. И... А. Так, хорошо. Еще один бежит. Так, подожди. Я слышу, кто-то... С динамита. О, кидай. Вот так. Молодец, 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 молодец. Раз. Так, давайте сюда. Ай-яй-яй-яй. Попал. Кидай, 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 кидай. И раз. Опачки. Ну, хотя бы одного. Так. Ах ты ж, зараза. Да ты что? Что-то они какие-то жесткие здесь, ребятки, стали. Так, подожди, где там у нас? Вот, тебя используем. Кстати, у нас зеленой травы дофига. А больше другой травы нету. Ладно, зато хп-шку вели. А, вот это он в своих попал. Да, блядь, отстань ты от меня, ёптыть. Так, кидай, 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 кидай. И раз. Молодец. Молодец. Так, 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 так. Ты вот так вот умри. А вот с этих я все сейчас соберу. Так. Молодец. Молодец. Так, ай-яй-яй, ударил. Так. А-а-а! Так, 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 аккуратненько. Я почти труп, кстати говоря. А почему я труп? Так, яйцо. Давайте-ка еще одно жахнем сразу. Два яйца. Отлично. Так. Блять, да ты что меня постоянно ловишь-то? Умри. Нахрен. Так, ладно. Динамитчика надо издалека попробовать ухерачить. Бегут. Да, блять, я ж тебя ударил, а. Отстань от меня. Так. Бляха-муха. Ну, хорошо. Динамит, кстати говоря, и в этой в ремейке тоже работает, я смотрю. Так, белые.
вот это тоже. Ага. Хорошо, погнали сюда. Так, что-то взял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Привет. Вот так вот. На. Так, о. Полезли наверх. Вот это я сообразил шустро. Так. На. Так, готово. Ты куда? Дедуля! Вот это ты залез, дедуля. Так, перезарядочка. Так. Ну-ка. Упади. Промазал. Ты тоже упади. Отлично. Надеюсь, там сзади не зайдут. А то это было бы вообще шикарно. Так, сзади зашел. Так, лезут. Так, о, что-то нашел. Это чего? Так. Так. Так, ты поваляйся. Ох ты, как ты подошел близко-то. Так, готов. Бежит. Ай, бежит, 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 бежит. А я тебя и не заметил. А я тебя и не заметил. Так, где там еще яйцо есть? А, а что, у меня яйца закончились? Зашибись. Так, берем тогда так. На. И раз. О, вот это ты удачен. Ты откуда? Вали нахрен. Вот это неожиданно сейчас было. Да блять! Как неудобно целиться с джойстика, вот кто бы знал, а? Умри. Так, кто-то там еще остались. Какая-то баба еще орет. Где ты? А где она? Блять, где-то там еще кто-то. Опаньки. Откуда он кинул? А, вон он там стоит. А я тебя вижу. На. Ну-ка. Так, готов. Вылез, а ты... Ты откуда? Я этого не заметил. Так, беги. Лёшка, только живи, пожалуйста. Так, Лёшка, живи. Подлечились чутка. Какой ты шустрый, а? Дедуля, ну-ка. На. Да ты почему не умер-то? Так. Отлично. Где-то еще баба ходит. Где она там ходит? Я слышу, что динамит еще у кого-то здесь есть. Ага, во. Да. Еще, да. О, сам себя подорвал, молодец. Да, блядь, что летает? Откуда? А, ты сверху, что ли, в меня кидаешься? Вот это ты красавица. Все. Красавица закончилась. Фу, ладно. А, кстати, у нас патрончиков на один... Больше... А, нет, подожди, на 2, получается, больше стало. Было, получается, 10 и плюс 1, если в заряднике, в патроннике. А сейчас, получается, 12 и плюс в патроннике. Так, ключ маленький. Хорошо. Я кого-то слышу. Вот где-то здесь за стеной. Так, ладно, давайте обыскивать здесь все. Он, по-моему, наверху где-то там. Или надо мной. Где-то там вот. Я тебя слышу.
Так, ладно, давайте все здесь соберем. Хорошо, что здесь в новой части получается, ну как в новой, в этой получается в ремейке здесь это все просто не исчезает. Раньше получается в оригинале лут, который ты не собрал, через какое-то время просто чисто исчезал. Это было печально на самом деле. Это было очень печально. Где он там что-то дышит? А, кстати. Где он там дышал? Я помню, слышал же. Или он, может, куда-нибудь свалился? Возможно, где-то наверху. Так, ладно, давайте здесь все сначала обыщем. И раз. Так, здесь что? Желтая трава. Вообще шикарно. Спрейчик, отлично. О, клетки для кур. Да. Так. А че он с другой стороны-то не мог это выбить? Так, там вот еще бочечка, я вижу. Так, а давайте сразу траву объединим. Так, создать вот такую. Готово. Кстати, как тебя перемещать? Ну-ка. Использовать, создать, осмотреть, выбросить. Подожди. А, переместить. Ага, развернуть. Вот так. Сейчас мы это все быстренько приберем. Так. Это что за материалы непонятные? Для чего они нужны? Пока не ясно. Так. Как говорится, это отдельная игра по наладке инвентаря. А, кстати, армейский нож можно починить. То есть я дерусь по факту кухонными ножами. Однако. Да блин. Но здесь довольно-таки удобно, нежели в оригинале. В оригинале перемещение, вот это все, оно было очень неудобным и довольно-таки долгим. Так, гранатки, порох тогда сюда. Кстати, из пороха по-любому что-то крафтить можно. Вопрос, что? Вопрос, что? А, кстати, мы можем пока... Хотя, пусть там лежат. Да, блин. Во. А сюда потрошки, получается, будут идти. А, вроде теперь красиво, вроде теперь хорошо. А, травку сделали. А, мне бы сейчас после вот этого, не сказать, что мега боя, но тем не менее. А, здесь закрыто еще к тому же. Заперто. Можно было, в принципе, побегать и бочки повзрывать. Кстати, надо не забывать здесь открывать ящички. Где он там кряхтит? Я слышу его. Так. Ладно, все входы, выходы открыл. Явно он где-то наверху. Явно он где-то наверху. Так, еще писетов набрал. А, здесь лестница, только она обломана. Так, хорошо. Так, ладно, мы А, подожди, там подъем есть наверх. Погнали наверх. Я что-то не заметил вот этого подъема, пока здесь все обыскивал. Пока обыщешь все. Нам, походу, сюда. Бля, как их там много. А, кстати, а идите сюда, у меня же... Блять, они с другой стороны побежали. Молодцы. Молодцы. Ну давай, вот эти, хотя бы вот этих двоих вот так раза. Раз. Так. Я надеюсь, они только с одной стороны побегут. Ты откуда взялась? Ты откуда взялась, женщина? Так. Так, хорошо. Блять, тут еще и он быстро не разворачивается. Ну и че, где остальные?
Там еще орет. А, во! Динамитчик ебаный. На-на! Красиво. Кто там сзади орал? Во! На! Готов. Кто? Кто? Где еще? А ты откуда взялся? Так. Вот это неожиданно сейчас было. Откуда он взялся? А, вы оттуда спрыгиваете? Молодца. Вот это я к метке. Вот это я... Бляха-муха, меткость на высоте. Отбил. Вот эта меткость на высоте была сейчас. Просто охренеть. Насколько. Так, хорошо. Добили. Сундучок. Ну-ка, что там у нас? Рубин. Рубин, это хорошо. Так, и что? А, это ворота открыть, я понял. Надеюсь, они на ней на время хотя бы. Все, не закроетесь? Хорошо. О, патрошечки. Блять, да кто? Блять, да где кто? Бежит. Бежит, щемает. Больно, да? Да бляха-муха. Во, хорошо. Кто здесь еще орал? Кто-то же еще прям динамит кидал. Вот где они? Ага, слышу. Вон она! Ну-ка, на-на. Во. Чё, взорвешься? Сама взорвалась. Так, что будет с тебя? А, 450. Хорошо, здесь у нас... А, здесь у нас открыто. Ладненько, мы открыли, получается, путь назад. Наверное. Да, назад, судя по всему. Да. Собственно, откуда пришли, туда и вернулись. К нашему как раз торговцу. Автосохраняшечка пошла. Короче, это была локация чисто пострелять. Посмотри, наверняка что-то понравится. Серьезно? А где это? Welcome! Привет! Что могу так, предложить? Давай улучшить сначала. Мы можем починить сломанный нож, кстати говоря. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Согласен. А, но лучше нет. Давай боезапас лучше. Или... Да, боезапас, наверное. Держи. Все, как ты хотел. И перезарядочку. Попробуй-ка это. Красиво. Так. Чем а, подожди, а мы продать слушать? Что-то можем? Есть рубины. Две нам штуки, есть рубины, бархатистый самоцвет. Разница с тобой приятно вести. Да, хорошо, что тут еще у нас есть. А на самом деле не так уж и много. Вот для чего порох нужен, а? Ну, явно патроны делать. Материалы, материалы. Два вида материалов. Драгоценности не пригодятся тебе. Ключ от охотничьего домика. Что, мы еще все? Какой-то маленький ключ взяли. Так, улучшить. Ну, да, пока все. Да это хорошее видим. Оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Мне вот настырно предлагают починить за 4000. Ну давай что-нибудь продадим тогда, мелочь какую-нибудь. А что у нас из мелочей есть здесь вообще, в принципе? Готов купить почти все. Ну, допустим... А, так вот, собственно, одного вот этого пороха и хватит. Так, улучшить...
и ножичек. Регулярный уход и забота. То есть у нас без есть как бы армейский никак. Нож, который ломается, но мы его можем чинить, и он, я так понимаю, более прочный. А есть просто кухонные ножи, которые сломались, и все на этом. Все, я понял. За ножом надо регулярно ухаживать. Да понятно. А, увеличить силу, повысить прочность ножа. О чем мне никто не сказал, что можно повысить прочность. Давайте пока вот эти флешки продадим. Спасибо. И ручные гранаты. С тобой и, возможно, сейчас что-то улучшим. Ну, 8, допустим. Так-так. Мало. Это однозначно мне пригодится. Мало. Материалы. Материалы, я думаю, не стоит продавать. Порох пока пусть будет. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. В гробу, да, согласен. Так, обменять можно. Карта сокровищ. Понимаешь, не все можно. Желтые алмазы тоже можно обменять. А, это обмен. То есть нам надо какие-то капельки фиолетовые. Хорошо. Так, улучшить что мы можем? Что, мы что-то можем улучшить? Нет, 4000 у нас есть. Если хочешь остаться в живых, надо прочность качать. Улучшай свое ножа. Снаряжение. Я тебя понял. Много так, отличных обмен товаров, то же чувак. Самое. Все. Ты только там не убейся. Ты говорит, только так мне убейся. Так, ладненько. Ну что ж, погнали дальше. У нас здесь получается вот этот непонятный, да, ёлы-палы, ключ. Маленький ключ, маленький неказистый ключ можно использовать только один раз. А что это за маленький ключ и для чего он? Короче, им что-то можно открыть, я так полагаю. Вот, вариантов других нет. Так, вращать. Так. Так, а тут вращай, не вращай, она же все равно неправильно стоит. А, перевернуть, во. Вот так тогда. А, во какой механизм, прикольно. Интересно. Так, ладно, открыли. Что у нас здесь? Это мы в какие-то развалины пришли. Так, слышу. Опять там лорд Садлер. Так, давай-ка вот так потихо пойдем. Да-да-да-да. Стой, 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 там. Сейчас потихо его уработаем. Давай, давай. Стой, блядь. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Блядь, там второй стоял. Вот это подстава, так подстава. Вот это подстава была конкретная. На. Ага. Бляха, муха. Бежит. Бежит, щемает. Щемает прям. Бабуля. На. Как он медленно бегает, а? Вот. А, я подумал, он там нож там оставил, блин. Так, тут все. Пока тишина. О, патрошки. То есть вот этими желтыми метками отмечены места, где просто патроны лежат. Я слышу, кто-то рычит. Ну пока тишина. А, это вороны, блять. Красная трава. Давайте-ка сразу делать полноценную травку. Создать. Вот так. Да блин, ты куда утащила-то ее? Вот так вот. А больше пока ничего нету. Так, хорошо. А здесь чего? Сапфирчик. Ну что ж, будем собирать. Материалы. Вот это я не заметил. Сапфирчики, получается, мы можем вставлять во всякие там приколюшки, типа кружек, ваз, подсвечников и так далее. Иди сюда. Вот так. Опа. Опа. Так, здесь ничего нет.
Здесь ничего нет. Ну да, желтеньким подсвечено. Даже вот такие мешки подсвечивают, получается, желтым, где лут есть. Вот это, кстати, они зря сделали, потому что, ну, все-таки... Ворона. Одна улетела все-таки. Ну, хотя бы посмотрим, что с них падает. Песеты мы уже выяснили. Да, 150 песет. Ну, в принципе, можно. Почему бы и нет? Так, где-то еще ворона, я слышу, каркает. А здесь же еще гнезда были, кстати говоря. Надо наверх-то тоже поглядывать. О, сидит. Вот так вот. А, другая улетела. Так, 5000 есть, кстати говоря, мы можем прочность прокачать. Это радует. Надо посматривать, кстати, наверх. В оригинале были гнезда, которые можно было... Так, это чего? Записи о куклах. О куклах? Каких куклах? Их влияние уже не так, не то, что прежде. Уничтожай кукол, не давая спуску этим аристократам. Хорошо. Ага, слышу одного. Этим аристократам. Так, подожди, вот так, ножом. Вот так вот. И раз. Две уже есть из 16. То есть это на всю игру, что ли, 16 всего-навсего? Есть? Нет? Не, не видать. Не видать. Здесь какой-то ритуал проходил. Человеческие кости. Оп. Опачки. Я слышу, кто-то рычит. По-моему. Кто? Бензопильщик? Так, подожди. Так, дробовичок. И раз. И двас. И трис. И четырис. И пять. И вот так вот. Шесть. И перезарядочка. Перезарядочка. И давай. Раз. И двас. И трис. И сбиваем. Вот так вот. Так, перезарядочка. Раз. Готов? Тяжело было. Да я бы не сказал, что-то какой-то он вообще никакой. Дробовичком, сколько мы патронов на него потратили? Не так уж и много, на самом деле. Интересно, это из начала игры имеется в виду бензопильщик или это какой-то другой? Насколько я помню, в оригинале их до хрена разных было. Так, ладненько. Так, а я напоминаю, что на деревья надо поглядывать, может быть. Ага. Ну-ка, давай. Ну, аккуратненько давай. И... Только не подорвись. Опа! Успел! Успел! А зря я это сделал, бляха-муха. Хрена она там мансует. Да блять, вот это я меткий парень, бляха-муха. Так. О, блять, ударил. Красавец. На. Так, это все было? Вот это я патроны, конечно, расходую. Вот это я прям молодец. Так, что у нас там, чем полечиться есть? Можно, конечно, травку одну съесть. Либо... А давайте улучшать. Чё их экономить на самом деле? Их будет еще дофига. О, вот так вот. Их будет еще дофига. Надо было, короче, их подорвать. Чё-то я затупил, конечно, здесь. Чё-то я здесь затупил. Опачки. Так, и раз. Подожди, это мы к церкви, что ли, пришли? А здесь уже сработал. Так, интересно, куда это мы пришли? Не подходит. Здесь какой-то другой ключ. Это вообще куда? Интересно. Не, на самом деле от оригинала очень сильно отличается, по крайней мере, визуалом. А визуал здесь это одна из главных фишек игры, на самом деле. Так, бочечка. Отлично. А чё еще? Блять. Вот это я сейчас хорошо заметил, блин. А то бы сейчас в
капкан бы попался. Вот по-любому здесь что-то приникали. Только надо смотреть под ноги. Надо смотреть под ноги. Черный ход приныкали, походу. Так, может, что-то наверху есть? Че, нет? Нету? Гнезд нету? Ну ладно. Ну ладно. Нету так нету. Так, это мы куда пришли? Подожди. Да, еще посмотрим. Это я понял, куда мы пришли. Это, походу, мы пришли в дом старосты. Че тут капканов до хрена? То есть здесь закрыто, я правильно понимаю? Да, здесь закрыто. Черт. Здесь закрыто, а здесь все. Ну, у нас, собственно, вариантов нету, только идти в дом. Через черный ход. Кстати, в колодце спуститься нельзя. Они все закрыты. А жаль. Жаль на самом деле. Так, ну пошли. Здесь у нас первый раз мы, по идее, должны встретить Аду. Слышно кого-то. По-моему, мы сверху должны были спуститься. И вот там вот сейчас вот в этой комнатке вот как раз вот будет сейчас один из зомбаков должен быть, по крайней мере. Неплохо. Кто-то выпендрился перед соседями. Ну как перед соседями? Это староста все-таки деревни, все дела. Яйцо! А, в оригинале, кстати, она тоже была там. Я помню, в духовке лежала. Прикольно. Ну да, вот он, плащ. Еще один маленький ключ. А для чего эти ключи? Я что-то не припомню. Вон он, плащ этого старосты. С треуголкой его. Рычит кто-то. Что за фотки? Ну, фотки, да фотки, что тебе не нравится? Так, все перезаряжено у нас, да? О! Гранатка. Кстати, то, что гранаты стали меньше, так сказать, в инвентаре. А где зомбак? Здесь должна была полка с книгами быть. И зомбак. А его нету. О, еще одна граната. Класс. Так, писеты. Загадки. Вот это прикольно, кстати говоря. Понятно, нам нужно, короче, птица, свинья и подобные фигурки, короче, какие-то найти. А может быть, вот эти фотки? Не, даже похожего ничего нету. А здесь вот какие-то символы висят на стенах. Но не похоже на это все дело. Картины? Не, не картины. Ну ладно, пошли на второй этаж. Там как раз кто-то рычит. Опачки. Рубинчик. Рубинчик, это хорошо, это хорошо. Сохраняшечка и красная травушка. Вообще шикарно. Так, давай сразу траву сделаем. Трава — это классная вещь. Ага, я тебя разгадал. Так, создать. Надо, получается, если у меня уже трава зеленая так лежит, то с нее создавать, а не с вот этих новоприбывших травок. Так, слушай, ты. Слушай, ты иди-ка, наверное, сюда. Так, подожди. Нет, вот так перевернись. Вот тебя сюда, а тебя... Да, блин. Вот сюда. Вот, так более компактно. Более компактно. Это у нас, получается, патроны от винтовки. Патроны от винтовки пусть здесь лежат, потому что винтовки самой у нас нету. Так, сохранить. Кстати, музыка та же самая. По крайней мере, очень похожа. При сохраняшечке. Так, тут чего? Иллюминадос. 4 из 3. Или 4 третьих. 4 разделить на 3. Не знаю. Люди преклонялись перед своими господином и приносили в дар самое ценное, что у них было. Старый фермер принес свой лучший урожай. Худощавый свинопас отдал самого упитанного хряка. Нищая старуха пожертвовала милого сердцу ребенка. Ребенка? Ни хрена себе. Господин увидел эти дары и возрадовался. А, ну да, вон как раз на картиночке это все показано. Охренеть. Хряка я понимаю, там урожай тоже понимаю, это... но ребенка. Да уж, в секты лучше ни в какие не влезать, а то детей начнете раздавать направо и налево. Так, так, маленький ключ.
Ага, нам надо разгадать сначала загадочку для того, чтобы туда что-то вставить. А это что-то получить отсюда. Я тебя понял. Я тебя понял. Так, хорошо. Что у нас здесь за символы? Урожай, получается, хряк и ребенок. Блять, загадки это вот прям вот на изи вот так вот проходим. Так, ладно, что-то у нас. Что у нас тут? Это что это? Хрустальный шарик. Мы что, гадать будем? Гадать, что ли, будем? Зачем нам хрустальный шар сдался? Блять, идиот, уже какая-то херота. А ты откуда взялся, другалек, блять? И ты еще и. Видишь ты, а? Это все? Откуда он взялся вообще? Я не понял. Опаньки, что-то пропустил. Это что это? Фотка. А, бабуля, дедуля какие-то, да? Так, сброс, масштаб. Так, повернуть, читать. Фотография семьи, наконец-то. Плоть от нашей плоти, кровь от нашей крови. А, вознесем благодарение и возрадуемся. Хорошо. Видимо, ребенок, что ли, или что? Чему они там решили возрадоваться? Хорошо, ну ладно, разгадали загадку, давай сохранимся. Чаще будем сохраняться, ничего страшного в этом нету. Нам разработчики дают, значит, возможность надо использовать. Сферу сюда. Чего? Херня получилась так. А, во. Получилось. Ну, это что-то какие-то слишком легкие загадки, я вам честно скажу. Ага, вот это получается комната старосты, я правильно понял? Ну-ка почитаем. Деревенская хроника, часть третья. 10 октября. Очень странная погода в последнее время. Пшеница увяла, а коровы отощали. А, кстати, да, коров мы видели, они что-то тощие совсем. 8 декабря. Видно, что люди голодают. Но хотя у нас нет инструментов для работы в поле, приказы владыки Садлера следует выполнять беспрекословно. 30 января. 30 человек умерли от холода. Придется закопать 5 коров. Заколоть 5 коров. 11 марта. Патриархи собрались, чтобы бросить жребий. Шестеро избранных отправлены к владыке Садлеру. Апрель. Сегодня еще 8. Даты нету, сегодня еще четверо. Даты нету, сегодня еще 11. Это, видимо, отправляют. А даты нету. Два чужака заблудились и пришли в нашу деревню. Мы отвели их к алтарю для совершения ритуала. Сегодня жребий тянуть не будем. Ага. То есть они сами-то, я так понимаю, не сильно-то довольны. Вот он, Садлер, кстати говоря. Засранец такой. Ну, а что делать? Надо его валить, как и в оригинале. Будем, найдем, короче, завалим. Вариантов у нас ноль. Так, здесь чего? Ключ. А, ключ этот от ворот я получил. Заставочки. Здорово. Только не кипешки. Только не кипешки. Блять, сильный мужик. Терминатор прямо, а. Твоя Видит кровь цель. приняла дар. Не видит препятствий. А, да. Красиво, она как Немезису, точнее этому тирану, шляпу ему сбила. Сбила шляпу. Блять,
Давай, Лёшка, очухивайся давай. Дар в моей крови. Так заразили тебя уже спидом, блин. Или чем там нехорошим. Пока без сознанки валялся. Так, результаты главы давай посмотрим. Дар в крови 300 ОП. Мастер боевых искусств. Одна нога здесь. В смысле? Одна нога здесь. Режим время в главе 48 минут. Убито врагов 48, кстати говоря. То есть это один враг на одну минуту. Меткость 70. Ну что-то какая-то маленькая. Ранение 21. Ладно. Печатная машинка. Далее погнали. Сохранить игровой процесс. Да. Сохраним. Главный ключик у нас теперь есть. Теперь можно выбираться оттуда. О, звоночек. Гнездо Кондору-1. Я нашла информацию о Луисе Серре. Похоже, он был научным работником в Амбрелле. В Амбрелле? Зря я выпустил его из мишка. Отправляю подробности. Почитай. Но главная цель — Орленок. Понял. Орленок, Орленок. Кондор-1, конец связи. Главная цель — Орленок. Так, а подожди, а он-то, дядька-то этот, он, по идее, по заставочке должен был выпрыгнуть, староста-то этот деревни, в окно за Адой, но он что-то не выпрыгнул, он просто ушел, значит, он здесь еще. Бля, что был? Ай, звуки такие. Значит, он где-то еще здесь? Нет? Блять, а что это так стемнело? Что-то как-то стемнело. Блять, в смысле? Волк! Волк-собака! Вот он! Я думал, ты помер в начале игры! Капец, вот это я рад! Вот это я рад! Он все-таки жив, его разработчики оставили! Его все-таки оставили! Это бедняжка! Давай, беги отсюда! Будь поосторожнее! Барбос! Вот это круто. Он все-таки жив остался. Точнее, его разработчики все-таки не выпилили. Я-то думал, блять, вот это то, что он в демке мы смотрели, он ногой застрял и трупачком валялся уже. Ему даже не помочь было. Вот это хорошо, вот это я рад. Вот это круто. Давай, открывай. Так, заканчивать пора. Заканчивать серию пора. Мы куда-то пошли не туда. А давайте на этом, правда, и закончим. На этой счастливой нотке. Как, тем более тут сохраняшечка рядом. Здесь вот как раз сохраняшечка. Сохранимся. И на этом на сегодня серию завершим. Я, наверное, сразу сейчас вторую запишу. Запишу вторую сразу серию. Да. Всем спасибо, кто смотрел эту серию до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Не забывайте, ребятушки, про колокольчик. И до новых встреч в следующих сериях по прохождению Resident Evil и других видюшечках и стримах. Всем пока!